Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Всем конникам хорошо известна статистика по численности поголовья лошадей в Российской империи, а позже в Советском Союзе. Сегодня мы хотим поговорить о том, что стояло за этими сухими цифрами, о том, как исторические метаморфозы удивительным, а иногда чудовищным образом влияли на российское конозаводство. Давайте внимательно посмотрим, как эта отрасль реагировала на социально-политические изменения в стране и в мире, чтобы в который раз удивиться тому, как сильно конозаводство во все времена зависело от личностей и злодеев, и героев. В моих руках уникальный альбом «Рысистый и скаковой спорт. Российская империя, 1904 год». Этот раритет содержит справочную информацию о лучших конозаводчиках империи начала 20 века, наездниках, тренерах, жокеях. Но даже эта сухая статистика демонстрирует то, какой важной частью социума было ипподромное дело. И не потому, что лошади в начале 20 века еще не уступили место машинам. Или не столько потому. Это был образ жизни страны. Именно на ипподромах происходили и битвы тщеславия, и селекционной мысли, и экономических возможностей. Мы расскажем о блестящих заводчиках Российской империи скакового направления. Большинство из них принадлежали к фамилиям, которые смело можно назвать золотым генофондом нашей страны, представители которых на протяжении нескольких поколений верой и правдой служили Отечеству. Чего стоит одно перечисление этих имен? Камер-юнкер Владимир Нелидов, барон Николай Врангель, полковник Георгий фон Раух, граф Николай Клейн-Михель, братья Шереметьевы. В ряду этих славных имен есть еще одно – Генрик Иванович Блеох. Генрик Блеох владел чистокровным заводом в Люблинской губернии Российской империи. Но начать сегодняшнюю подкованную историю мы решили с рассказа об отце Генрика – Иване Станиславовиче Блеохе, который был настоящим пророком. Этот олигарх от железных дорог, банкир, экономист, пацифист будет предпринимать титанические усилия по недопущению Первой мировой войны. И если бы он был услышан и понят, возможно, мировая история развивалась бы иначе, а мир российских бегов, скачек и конозаводства не пережил бы апокалипсиса в виде революций и войн. Но давайте по порядку. 1900 год. Иван Станиславович Блеох, отец известного чистокровного конозаводчика Генрика, анализируя глобальные финансово-экономические тренды, делает вывод, что в скором времени случится мировая война. Ну, мир давно не воевал. С 1812 года мир соскучился по войне. Но его больше волновало то, что Россия неизбежно будет вовлечена в нее. Это, как предвидел Блеох, будет концом империи и повлечет за собой многочисленные необратимые и страшные в этой своей необратимости последствия. Блеох собирает экспертный совет, состоящий из офицеров и генералов разных стран, в том числе из России, Франции, Англии. Была обрисована картина будущей мировой войны. Офицеры и генералы понимали, что уже не кавалерия и штыковые атаки будут решать ее исход. Начинается время химического оружия, авиации и танков. Но это были всего лишь технологии, а за технологиями стояли экономика и политика.
И Блиох в попытке предотвратить надвигающуюся катастрофу опишет все эти взаимосвязанные процессы в 6 томах. И главные выводы этой работы – анализ возможных последствий войны. Он объяснит, что первая не выдержит Россия, и что последствия этой войны будут для нее самыми губительными. И если Россия вяжется в эту войну, а как она могла, будучи связанной обязательствами, этого избежать, ее ждет революция. Блиох делал еще один интересующий нас, в том числе и в контексте подкованных историй, вывод. Культурное состояние общества Российской империи будет сметено. Почему? Люди вернутся с фронта, искалеченные морально и физически. И что им предложит страна с подорванной войной экономикой? Нищенское существование? Они не захотят. Иван Станиславович пытался достучаться до Вильгельма II, тот лишь ухмылялся в усы пики. Не услышали его и англичане. Зато его принял и не один раз Николай II. Одна из бесед даже продолжалась 5 часов. Однако советники говорили императору, что в реальность идей Блиоха законсервировать текущий уровень военных технологий и отказаться от их развития и перевооружения армий верится так же слабо, как и в то, что человечество начнет жить по законам Божьим. И тем не менее, именно наш император обратился к народам мира с предложением провести всемирную конференцию, целью которой будет пропаганда миролюбия. Министр иностранных дел Российской империи Муравьев написал от лица русского императора обращение, которое вызвало такое уважение и поддержку, что Николаю II предложили самому выбрать время и место проведения всемирной конференции. Он выбрал Голландию, любимую страну Петра Великого. И вот в Амстердаме, день рождения Николая II, 2000 делегатов со всего мира собрались, чтобы поддержать идею мирного сосуществования стран. Был даже создан Третейский суд, задачей которого стало рассмотрение спорных вопросов между государствами и решение их исключительно мирным путем. По итогам появилась резолюция о запрете использования химического оружия и разрывных пуль и многое из того, что потом не было исполнено. И хотя до начала Первой мировой войны состоятся еще 2 подобные конференции, процессы, необратимо к ней ведущие, были уже запущены. Иван Станиславович Блиох уйдет из жизни в первый год нового столетия, оставив сыну свое огромное состояние. Чистокровные лошади Генриха Блиоха будут очень успешны. В 1902 году его сердар выиграет всероссийское дерби и станет производителем в его конном заводе. В его скаковой конюшне блеснут и такие звезды, как Ланселот, победитель Большого Продиуса в Санкт-Петербурге, и Гьюфа, победитель гандикапа великого князя Дмитрия Константиновича в Варшаве. В начале 20 века развитие чистокровного коннозаводства в России идет семимильными шагами. Моду на скачки в империи завел никто иной, как граф Орлов-Чесменский. Как и многие заводчики того времени, он занимался не только рысистым, но и чистокровным коннозаводством. Рожденные в России лошади графа Орлова выигрывали в Великобритании у лучших английских лошадей, вызывая тем самым восторг и уважение. Мы обязательно расскажем об этом отдельную подкованную историю. Одним из тех коннозаводчиков, которые были одинаково успешны в обоих направлениях и в рысистом, и в чистокровном, был и граф Георгий Иванович Рибопьер, русский помещик, выдающийся общественный деятель и меценат. Пожалуй, именно он достиг среди заводчиков наивысших результатов. Его лошади выиграли около 1 000 000 золотых рублей. В самом конце XIX века министром финансов Сергеем Витте была осуществлена денежная реформа, ознаменовавшая введение в России золотого обращения. Так вот, в Николаевской монете достоинством 10 рублей чистого золота содержалось чуть больше 7,5 грамм. Родился Георгий Иванович Рибопьер 15 августа 1854 года в Царском селе под Санкт-Петербургом в очень состоятельной семье. Его дед Александр Иванович был главой всех правительственных кредитных учреждений Российской империи, а женой его была двоюродная внучка князя Потемкина, красавица Екатерина Михайловна, которую он знал с детства.
Его отец Иван Александрович служил на дипломатическом поприще и был женат на княгине Трубецкой. Так что у графа, как он сам говорил, от французских предков осталась только одна фамилия. По духу же это был настоящий русский патриот. В юности Георгий будет увлечен гимнастикой. Вместе с другими молодыми энтузиастами он организует собственный любительский цирк и будет выступать на манеже, освоит многие цирковые жанры. Рибопьер будет партерным и воздушным гимнастом, наездником, акробатом. Также юноша увлеченно занимался плаванием и борьбой. В чине поручика Рибопьер примет участие в русско-турецкой военной кампании. Он был назначен командиром егерей и побывал в многочисленных атаках, проявив при этом примеры дерзкой храбрости, как говорилось в представлении о награждении. Однажды под ним ранили лошадь. Турки окружили графа и хотели взять его живым. Чтобы избежать мучений и позорного плена, офицер решил покончить с собой. Граф уже поднес к губам перстень с ядом, но в это время один из подбежавших сзади турок ударил его. Получить удар и не отдать его для Рибопьера было невозможно. Сразу заговорила душа атлета, и вместо самоубийства граф, обернувшись, ответил противнику весомым ударом. Начался рукопашный бой, а если сказать точнее, обычная драка. Турки не смогли одолеть физически крепкого, отлично подготовленного атлета. Раненая лошадь Рибопьера каким-то чудом поднялась на ноги. Граф моментально вскочил в седло и поскакал. К счастью, навстречу ему уже мчались егеря, ищущие своего командира. За мужество и храбрость в боях под Телишем Рибопьер был награжден орденом Святой Анны IV степени, а через 2 года за проявленное мужество при осаде Плевны железным крестом, учрежденным князем Карлом Румынским, и французским офицерским крестом ордена Почетного легиона. В Санкт-Петербурге у графа была прекрасная усадьба на территории Измайловского полка, занимавшая почти 2 улицы, носившие название 1-й и 2-й роты. Дома усадьбы одним фасадом выходили на улицу 1-й роты, а задние фасады, манежи, конюшни, парк и многие другие постройки на 2-й. Несмотря на внушительные размеры, усадьба Рибопьера снаружи выглядела скромно. Но внутри это был настоящий дворец. Размеры комнат, отделка, мрамор, камин, люстры, зимний сад – все это производило чарующее впечатление и переносило вас из действительной жизни в какой-то сказочный мир роскоши и красоты. Здесь были семейные и фамильные портреты, написанные лучшими мастерами того времени – Левицким, Боровиковским и другими выдающимися художниками. Были и вещи, жалованные Екатериной Великой, и те, что перешли по наследству от князей Потемкина Таврического и Юсупова, первого русского коллекционера, обладателя собрания, имевшего мировое значение и мировую ценность. Георгий Рибопьер очень любил старину и хорошо разбирался в искусстве. В Москве у графа имелась большая и очень удобная дача в Зыковском переулке Петровского парка, где тоже были просторные конюшни, в которых стояли его призовые рысаки. Конный завод Рибопьера был расположен в живописном месте, которое называлось «Святые горы». Завод стоял на правом берегу Северного Донца в Изюмском уезде Харьковской губернии. Место было очень красивое и производило величественное впечатление. Меловые скалы, покрытые сосновым и дубовым лесом, извивающийся среди них Донец, белеющие здания, Святогорский и Успенский мужской монастырь и потемкинских времен дворец, ведь Святые Горы перешли к Рибопьерам именно от него. А возвышение этой знаменитой семьи началось во времена Екатерины Великой. Постепенно рядом с конным заводом образовался целый город. Лавки, кирпичные и известковые заводики, ферма, школа, больница. Дважды в год здесь проводилась большая ярмарка. Помимо монастырской земли, вся остальная земля Изюмского уезда принадлежала графу Рибопьеру. Он был одним из богатейших помещиков в России. Ему принадлежали громадные имения в Симбирской губернии и в Крамском уезде Орловской губернии. Георгий Иванович много занимался благотворительностью, был попечителем земских школ, жертвовал на восстановление пострадавших от пожара деревенских церквей, отдал значительный участок своей земли под приходское кладбище. В имениях, где находились его конные заводы, он много сделал для обустройства прилегающих территорий, построил дороги, проложил железнодорожные линии на конные тяги, соединившие деревню, завод и ярмарку.
Конный завод Рибопьера состоял из конюшен, заводской конторы, помещения для смотрителя, наездников и конюхов и комнат для приезжих. Все было просто, скромно и очень удобно. Дела в заводе велись безупречно. Работа конторы была поставлена образцово. Через нее граф передавал свои распоряжения, выполнявшиеся неукоснительно. Заводские книги велись четко, а описи включали много интересных сведений, включая подробную информацию о выигрышах заводских маток, жеребцов и их приплода. Георгий Иванович Рибопьер вел свой завод лично, безо всяких советов и указаний со стороны. Как знаток чистокровной лошади, граф понимал, что без знания генеалогии работать невозможно. Поэтому на средства графа были составлены генеалогические таблицы всех лошадей завода, что обошлось ему недешево, но было положительно необходимо. Русские чистокровные заводчики имели постоянное общение с Европой и в особенности с англичанами, поэтому использовали при ведении дел самый передовой опыт, в том числе и инбридинг, который в скаковом воспроизводстве к тому времени был уже возведен в систему. Поэтому и в рысистом направлении граф Рибопьер использовал те же алгоритмы, что и было залогом его выдающихся успехов. А вот в браке Георгий Рибопьер был не очень счастлив. В свое время он отверг предложение старого князя Феликса Юсупова жениться на его дочери, приходившейся Георгию Ивановичу двоюродной сестрой. Граф отказался взять в жены женщину, которая в будущем станет матерью убийцы Распутина, сказав Юсупову: «Раз невеста мне не нравится, так я на ней и не женюсь». Женится же Георгий Иванович на венгерке, которая начинала свою карьеру в ресторане «Яр». Те, кто знал ее уже графиней, рассказывали, что это была очень красивая, но очень взбалмошная женщина. Граф женился на ней только тогда, когда у них уже родилась общая дочь, единственная наследница его громаднейшего состояния. Можно лишь предположить, что Рибопьер в какой-то степени стеснялся этого брака и поэтому вел крайне замкнутый образ жизни. У него не бывал никто, кроме самых близких друзей. Имя графа Георгия Рибопьера незаслуженно забыто в России. Оно словно случайно затерялось в истории. А между тем, это был не только замечательный конозаводчик. Это был, как бы мы сегодня сказали, выдающийся спортивный менеджер. Атлетика, включавшая в себя в то время борьбу и гиревой спорт, была для Рибопьера такой же страстью, как и лошади. Сохранилось описание одного из его достижений в гиревом спорте. Потехи ради он брал с пола двухпудовую гирю и, держа ее на ладони, трижды поднимал горизонтально перед собой. Надо признать, что и сегодня это весьма внушительное достижение, тем более учитывая последствия серьезного ранения, полученного Георгием Ивановичем во время службы в армии. На собственные средства Рибопьер основал и содержал Санкт-Петербургское атлетическое общество, которое благодаря его щедрой поддержке воспитало не один десяток прославленных чемпионов, борцов и тяжелоатлетов, которым впоследствии рукоплескал весь мир. Многие наши знаменитые чемпионы – Иван Поддубный, Георг Гакеншмидт и Владислав Пытлесинский – получили возможность участвовать в международных соревнованиях только благодаря графу Рибопьеру. Отдельного внимания достоин тот факт, что с 1900 по 1913 год Георгий Иванович Рибопьер представлял Россию в Международном олимпийском комитете. Его аристократические связи и глубокие знания европейской системы физического воспитания предопределили его деятельное участие в международном олимпийском движении. Основатель современных олимпийских игр барон Пьер де Кубертен, хорошо знавший и уважавший графа, в 1900 году сделал ему предложение войти в состав МОК. Рибопьер сменил в Олимпийском комитете генерала Алексея Бутовского, который был одним из основателей Международного олимпийского комитета и стал первым, кто представлял Россию в этой крупной спортивной организации. Георгий Иванович состоял в МОК 13 лет. И именно он организовал первую в истории поездку российских спортсменов на Олимпийские игры. Он привез в 1900 году в Париж сборную по тяжелой атлетике и борьбе, выступив при этом меценатом поездки.
Вместе с великим князем Дмитрием Павловичем, одним из первых русских конников-олимпийцев, Рибопьер организовал участие в Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме офицеров-кавалеристов Родзянко, Якимова, Плешкова, Загорского, Румеля и Селихова. Тогда МОК впервые ввел условие, что команды должны быть сформированы национальными олимпийскими комитетами стран-участниц. И граф Рибопьер срочно инициировал создание Российского олимпийского комитета. Это произошло в марте 2011 года, для чего были созданы более 10 всероссийских союзов по различным видам спорта. Причем в большинстве из них Рибопьер стал или председателем, или почетным членом. В результате в Стокгольм была официально направлена российская олимпийская сборная в составе 178 человек. Все 13 лет своего членства в МОК Георгий Иванович активно переписывался с Кубертеном, пытаясь включить борьбу и тяжелую атлетику в список постоянных олимпийских дисциплин. Он обсуждал с бароном проблемы необъективного судейства и протестовал против политического решения Олимпийского комитета разрешить Финляндии, бывшей тогда частью Российской империи, выступать на Олимпиадах самостоятельной командой. Ушел Рибопьер из МОК, как подобает аристократу. В 1913 году он испросил у барона де Кубертена отставку, сославшись на собственное желание заняться горячо любимым коневодством. Отойдя от спортивных дел, граф прожил всего 3 года. Он умер 4 июня 2016 года, в возрасте неполных 62 лет. Его смерть стала полнейшей неожиданностью для всех друзей и знакомых. По словам конозаводчика Якова Бутовича, граф сильно простудился и к вечеру того же дня слег в кровать. Его домашний доктор не пригласил никого из знаменитых профессоров и лечил графа легкими домашними средствами. К концу второго дня Рибопьер стал задыхаться, сердце почти перестало биться, и растерявшийся доктор сам помчался за профессором Поповым. Тот приехал, поглядел на графа, а затем, уйдя в кабинет, сказал, что лечение бесполезно, время упущено, и больному осталось жить несколько часов. Под утро граф Георгий Иванович Рибопьер тихо скончался, оплакиваемый женой и единственной дочерью. И хотя вся жизнь Георгия Ивановича Рибопьера была неразрывно связана с Санкт-Петербургом, умер он и был похоронен в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря. На протяжении многих лет место захоронения Георгия Рибопьера оставалось неизвестным. То, что он похоронен на Новодевичьем, выяснилось недавно. Историк спорта Владимир Воронин случайно заметил выдернутый из земли бетонный короб с плитой, на которой едва читалась надпись «Граф Георгий Иванович Рибопьер скончался 4 июня 1916 года». Благодаря поддержке Олимпийского комитета России и Музея истории спорта Российского государственного университета физической культуры, моей альма-матер, были начаты работы по созданию надгробного памятника. Он был открыт 20 июня 2007 года. Во Франции живет внучка Рибопьера Тамара Арчиловна Вачнадзе, а недавно обнаружился и архив графа, неведомыми путями попавший в руки некого собирателя спортивных реликвий. Возможно, мы еще узнаем об этом легендарном человеке много интересного. Оставайтесь с нами, вас ждет продолжение этой подкованной истории.